кто же покажет лучший результат? Золотой или черный? Раунд первый. Друзья, сегодня у нас и распаковка, и сравнение. Ну что, поехали! Дима, подожди, а вдруг кто-то еще не успел подписаться? Нажимай скорее красную кнопочку, мы тебя ждем. А вот теперь другое дело, поехали! А еще раньше мы делали обзор на вот этого вольтриера. Можно посмотреть в ссылочке в описании. А сегодня у нас на распаковке Voltrek V3 Genesis флюгель. Как? Флюгер? Нет, Маша, не флюгер. Флюгель значит крыло, крылатый. А этот Бэй тоже имеет тип атаки? Нет, Тима, кстати, он типа выносливости. Давай сейчас скорее раскроем и будем сравнивать и смотреть, чем же они отличаются. Ну что ж, раскрываем нашу волшебную коробочку с Бейблейдом. И что мы видим? Энергетический диск, силовой диск и драйвер. Думаю, никому не надо представлять хозяина этого Бэя. Все знают, что это Volt AOI. Вот такие два разных у нас Voltrek V3, и сравнение мы начинаем с энергетического диска. А у черного энергетический диск тоже крутится. Да, смотри, эти два энергетических диска различаются разве только что расцветкой. Та же голова бронированного рыцаря, косые острые крылья, вот эти вот верхние, и маленькие крылья под ними прокручиваются и пружинят. Это надо для хорошей атаки. Ребята, кому нужен код для игры, можете сканировать. О, а этот силовой диск совсем другой. А у тебя под каким номером? У меня под номером 4, а у меня 6. Да, если у оранжевого Voltrek диск с выступами в виде петель и черной рамкой, то у черного Voltrek выступы в виде крыльев, вот по 4 крыла. И, кстати, вот этот вот диск, четверочка, он помогает распределять вес Бэя при вращении в бою. Ну и теперь посмотрим разницу между драйверами. Они вообще разные. А у оранжевого выдвигаются крылья и наконечник. А у черного драйвер как пропеллер. Маша, вот это, кстати, пропеллер помогает сохранить выносливость в бою. Где-то я уже видела этот драйвер. Да, Маша, я знаю, у кого он есть. Он есть. Подожди, Тимофей, а давай устроим экзамен для наших друзей-подписчиков. Друзья, напишите, у каких Бейблейдов такой же драйвер. Пришло время их протестировать. Кто же окажется сильнее? Так, а можем мне выбрать черного или золотого? Черного или золотого? Я люблю золото, значит выбираю золотого. Ух, какая Маша, ты практичная. Ну ладно, давай. Кто же окажется сильнее в бою, золотой или черный? Раунд первый. Золотой атакует, посмотрите. Выносливость стоит на месте в центре практически. Золотой, молодец. Все, золотой атака проиграла. Раунд второй. 3, 2, 1. Вперед. Давай,
атакует. Смотрите, золотой атакует. Выносливость стала посреди поля, посреди арены. И попробую ее сбей. Золотой победит. Не, а, по-моему, сейчас... Нет, я думала, черный сейчас проиграет. А проиграл опять золотой. Раунд третий. Три, два, один, шоу. Золотой сразу атакует черного. Сильные атаки, но... Ура! Черный вольтреек